привет, с вами Кит-Кейт, и сегодня мы поиграем в милых малышей пушистиков. Кстати, а ты любишь пушистиков? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. И сегодня мы приготовим какие-нибудь вкусняшки прямо на гриле. Ой, кто-то у меня свеклу забрал. Да, вот так и бывает. Хочешь сделать что-нибудь вкусненькое, а у тебя прибегают и свеклы больше нет. Хорошо, что у меня есть кукуруза. Фух, повезло, так сказать. Что это такое? Тако? Тако, это интересно. А давайте-ка посадим что-нибудь еще интересненькое. Посмотрим, что мы можем посадить. Здесь опять все за рекламу, но как всегда, в общем-то. Давай посадим брокколи. Ну, почему бы и нет? Брокколи, знаете ли, лишним не бывает. И 10 минут ждать. Я думала, брокколи растет дольше. Ну да ладно, хорошо, что не так долго, как я думала. Так, а может быть еще что-нибудь вкусненькое приготовим? Кстати, если вы любите вкусняшки на гриле, то обязательно ставьте лайки, потому что это всегда очень вкусно и очень калорийно, если честно. Потому что, ну знаете ли, гриль это как бы шашлычочки сразу хочется. Какие-нибудь вкусняшки. Вот бургерочек, например, у меня появился. Можно им угостить кого-нибудь. Кстати, можно устроить супер-мега-обед на открытом воздухе прямо зимой. Давай позовем еще кого-нибудь из друзей. Ну, например, собачку. Собачка, да, собачка лишним не будет. Динозаврик. Ух ты, у него какие прям драконьи штуки. Так, и еще одного. Ну что, давай посмотрим, что мы можем им дать. У меня есть один бургер. Они тут не могут есть. Да ладно. Ну, тогда придется покормить кого-нибудь другого. Давай кому-нибудь... Да что ж такое-то? Они не хотят у меня есть. Мне кажется, или это провокация какая-то? Ладно. Сейчас покормим вон коровыша. И пойдем в дом. Посмотрим, что у нас в доме интересного. Кстати, пора же елку ставить. Может, домой пойдем, елку поставим. Эй, ребят, вы елку собираетесь ставить? Нет, а вон кто-то уже в шапке ходит новогодние, это уже хороший знак. Я вижу гирлянды, это тоже хороший знак. Ну, а может, елку поставим? А, она уже стоит, простите, извините. Давайте тогда посмотрим, чем мы можем ее украсить. Сейчас посмотрим, что у нас здесь имеется за все эти дни. О, да у нас здесь целая куча украшений. А это, знаете ли, все, больше нету. Ладно, сейчас мы все украсим и посмотрим, что мы можем сделать. Я предлагаю украсить фигурками всякими, собачками, кошечками, это, конечно, это святое. Так, это у нас что, шарики, шарики, фонарики, гирлянды, разгирлянды. Так, можно снежинку, кстати, добавить. Только зайчика тогда сверху надо сделать, чтобы он висел красивенько. Кстати, мне шишки тоже нравятся. Так, только их не рядом надо вешать, и тогда они будут красивыми. Снежиночки еще добавим. Можно, кстати, снежинку добавить прямо на самый верх. И тогда будет вообще красота. Красота, лепота. Так, главное сейчас сделать, чтобы они были друг за дружкой немножко. Кстати, нам здесь надо красного цвета. Еще можно вот эту штуку, вот эту, так. О, а у нас, слушайте, у нас еще дом есть. Сейчас сделаем еще, так, домик. А домик даже мне некуда как будто бы повесить. Ладно, сейчас. Мне кажется, у нас слишком много уже игрушек. А у нас еще день не начался, я бы это так назвала. Он же реально еще не очень начался. Так, снежинки сделаем сверху, а шарики как будто бы они снизу. Так, ну-ка, а если вот так сделать, а шарики можно? О, вот это красота. Вот это мне нравится, вот это мне нравится. Так, ой, это не получилось. Но сейчас получится. Что-нибудь сделаем. Вот так. Ну вот и прекрасно. Кстати, если ты уже тоже поставил елочку, обязательно ставь лайк, потому что, ну, Новый год это такой праздник. Я уже очень жду, уже хочется под елочкой подарочки, песенки и все такое. Ну и вообще праздника хочется, потому что, ну, как бы заждались, я бы это так назвала. Потому что, ну, Новый год это слишком хороший праздник, чтобы его не ждать. Мне кажется, Новый год ждут вообще абсолютно все. Если со мной согласны, то обязательно лайкосик не забывайте. А я пойду посмотрю, что у меня здесь. Опаньки, это что за плита? Мы здесь что-то можем приготовить. Да ладно, в смысле, еще столько много ягод? На одну плиту? Я не уверена, что я этого хотела. Ладно, это, конечно, хорошо, и можно покушать. И бананы, кстати, надо убрать. Да что ж такое-то? Никто еще кушать не хочет. Какое-то безобразие.
не хотят со мной играть, я так понимаю. Мне кажется, это какая-то... как-то несправедливо, что ли. Потому что я вообще-то с ними пришла поиграть, а они не хотят. Так, давай сделаем шляпу какую-нибудь. Так, что бы здесь выбрать? У нас нету новогодней шляпы. Как-то, ну, не очень, что... А, она есть. Она просто опять за рекламу. Не, я рекламу не очень хочу. Я тогда сделаю простую шляпу с тортиком, например. Я, кстати, люблю такие панамки. Они прикольные. И, главное, от солнца закрывают. Конечно, сейчас это не актуально. Но зима, так сказать, вообще не актуальна. Я бы сказала, вообще не актуально. Но ничего страшного. Зато я могу поиграть в какую-нибудь мини-игру сходить. Так, кстати, мы же еще не все кубки заработали. Давай-ка посмотрим, что мы здесь можем сделать. Так, так... А, нет, подождите. Подождите. Сейчас разберусь. Сейчас... А, да, божечки, кошечки. Опять я поторопилась. Но вы знаете, Катя такая Катя, она постоянно торопится. И потом не может ничего полезного сделать. Боже мой! Дайте мне забрать этот... Да в смысле? Почему он не кинул? Я вообще-то подготовилась такая, думала, что он у меня сейчас все кинет, а он у меня не кинул мячик. Ну ладно. Так, а тогда мы сделаем вот так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Божечки, кошечки, я это сделала. Сейчас подберем нам наряд какой-нибудь. Ну, вы знаете, что я люблю желтый, но не только же желтый должен быть. Давай выберем еще красный, например. Мне кажется, тоже будет не очень... Ну, симпатично, в общем, будет, да. Да, нормально. Вполне себе, кстати, пусть мои пока ребята здесь тренируются. Бегают на беговой дорожке и прочие там всякие есть тренировочки. А, кстати, здесь еще скейт есть. А это отлично. Но я пока пойду еще побегаю немножечко. Ой, где же у меня там спортивное мероприятие, в общем-то. Так, и что у нас? Что у нас? А у нас здесь... Так, ага. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Я предлагаю сделать вот так. Опаньки, вы видели? Вы видели, что он творит вообще? Фух, я это сделала. Ребята, я чувствую себя супергероем просто каким-то. У меня наконец-то начался получаться этот футбольный раунд. Я предлагаю еще разочек. Вдруг мне кубок какой-нибудь дадут. Я буду самым счастливым человеком на свете. Ой, уже не счастливым. Но буду. Да буду. Подождите. Сейчас разберемся. Сейчас все будет. Так, а здесь у нас что? А здесь у нас все в порядке. Только у нас немножечко... Опаньки. Фух. Это, знаете ли, сложно. Да божечки, кошечки, они что бегают-то? Эти гномы что? Что они себе возомнили? Они вообще почему бегают так быстро и так опасно? Так реально опасно. Опаньки. О, фу. Так, сейчас. Да что? А как здесь сделать? Это невозможно. Нет, я, конечно, все понимаю, но футбол должен быть какой-то реальной игрой. А не так, что какие-то доски летают, какие-то гномы бешеные бегают. Это какой-то беспредел. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем и разберемся по порядку. Опаньки. Опаньки. Так, опа. Фух. Так, и я предлагаю забить сразу гол. Есть! Я это сделала. И, может быть, мне подарочек дадут? Так, давайте выберем новую форму. Я предлагаю все-таки желтую выбрать. Но вы же знаете, что желтый мой любимый цвет. И нам дали какой-то подарок. Наконец-то! Дождались! И 10 лет не прошло, подарок дали. И это... Что? Это каток! Настоящая зимняя забава. Вот это я понимаю, мне это нравится. Кстати, если любишь кататься на коньках, то обязательно ставь лайкосик. Я очень люблю, но редко это делаю, потому что, ну, как бы, так сказать, лениво немножко. Но бывает, да. Но это ничего страшного, главное тренироваться, да. В общем, так, это что у меня, ребята спать захотели? Ладно, спать так спать. Сейчас сделаю еще какую-нибудь вкусняшку, если у меня хватит, конечно, продуктов. И я думаю, что надо закругляться, потому что раз малыши захотели спать, надо им спать ложиться. Кстати, это вкусненькое что-то попалось. Можно, кстати, тортик им дать, это хорошо. Ягодку, например. А вот этому дать так. А здесь у нас кто еще что хочет? Да, он, правда, другое что-то хотел, ну ладно. Пусть покушает немножко. Так скажем, на холоде, знаете ли, любая еда вкусна. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч.